Конституция Российской Федерации, глава 6. Правительство Российской Федерации. Статья 110. Первое. Исполнительную власть РФ осуществляет правительство Российской Федерации под общим руководством президента Российской Федерации. Вот это под общим руководством добавлено. Второе. Правительство РФ состоит из председателя правительства, заместителя председателя правительства и федеральных министров. Третий пункт добавлен. Правительство РФ руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти за исключением федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ. Четвертое. Тоже добавлено. Председателем правительства, заместителем председателя правительства, федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства, либо вида на жительство, или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, председателю правительства РФ, заместителем председателя правительства, федеральным министром, иным руководителем федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. Ну, это, я называю, запретительные меры для высших должностных лиц. Они тут в каждой статье прописаны. И, ну, это как бы основная конфетка, которую вот президент предлагает в обмен на то, что ему как бы народ разрешит еще порулить 12 лет. Хотя это можно было бы сделать уже давным-давно, но... Козыри напоследок. Статья 11. Председатель правительства Российской Федерации назначается президентом Российской Федерации, добавлено, после утверждения его кандидатуры Госдумой. Второе. Представления по кандидатуре председателя правительства вносятся в Госдуму президентом не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента РФ или после отставки правительства РФ, либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры председателя правительства Государственной Думой или освобождения президентом от должности, либо отставки председателя правительства РФ. Третье. Государственная Дума рассматривает представленную президентом кандидатуру председателя правительства в течение недели со дня внесения представления. То есть в Конституцию добавлено еще вот это слово «представление». Президент как бы сначала представляет Думе, Дума должна утвердить, потом он уже подписывает. Вот этого не было. Четвертое. После трехкратного отклонения представленных кандидатур председателя правительства Государственная Дума президент назначает председателя правительства и добавлено. В этом случае президент вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. Такая вилка. Если Дума не принимает предложенную кандидатуру президентом, три раза президент распускает Думу. То есть у Думы нет шансов не принять кандидатуру президента. Статья 112. Первое. Председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложение о структуре федеральных органов исполнительной власти и жирно выделено впервые в Конституции. За исключением случая, когда предшествующий председатель правительства освобожден от должности президентом Российской Федерации. Второе. Председатель правительства представляет Государственной Думе на утверждение, вот это представляет тоже новое введение, кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте D1 статьи 83 Конституции РФ, Государственная Дума не позднее недельного срока принимает решение по представленным кандидатурам. Заместители председателя правительства Российской Федерации, федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Госдумой, назначаются на должность президентом. Президент не вправе отказать в назначении на должность заместителей председателя
правительства и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой. Это третий пункт тоже добавленный, четвертый добавленный. После трехкратного отклонения Государственной Думы, представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи кандидатур заместителей председателя правительства, федеральных министров, президент вправе назначить заместителей председателя правительства, федеральных министров из числа кандидатур, представленных председателем правительства, если после трехкратного отклонения Государственной Думы, представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи кандидатур, более 1/3 должностей членов правительства, в скобках за исключением должностей федеральных министров, указанных в пункте D1 статьи 83, остаются вакантными, президент вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. Пятое, тоже добавленное. В случае, предусмотренном статьей 4, частью 4 статьи 11 Конституции Российской Федерации, а также в случае распуска Государственной Думы в соответствии с Конституцией, президент назначает заместителей председателя правительства, федеральных министров, в скобках за исключением федеральных министров, указанных в пункте D1 статьи 83 Конституции, по представлению председателя правительства Российской Федерации. Статья 113. Председатель правительства в соответствии с Конституцией, федеральными законами, указами, добавлено распоряжениями, поручениями президента, организует работу правительства Российской Федерации. Председатель правительства Федерации несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство РФ полномочий. Вот это добавлено. Несет персональную ответственность. Раньше этого не было. Медведева, как своего, от этой ответственности президент избавил. Статья 114. Правительство РФ разрабатывает и представляет Госдуме федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение. Представляет Госдуме отчет об исполнении федерального бюджета. Представляет Госдуме ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой. Б. Обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики. В. Обеспечивает проведение единой, добавлено, социально ориентированной, этого не было, государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения. Дальше добавлено поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды. В1. Обеспечивает государственную поддержку научно-технического развития, сохранения и развития научного потенциала РФ. Тоже не было. В2. Обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную ориентацию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни. Тоже добавлено, про инвалидов ничего не было у Ельцина. Г. Осуществляет управление федеральной собственностью. Д. Осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики. Е. Осуществляет меры по обеспечению законности прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью. Добавлено, Е1 осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики. Е2 осуществляет меры по поддержке добровольческой и волонтерской деятельности. Е3 содействует развитию предпринимательства и частной инициативы. Е4 обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. Е5 осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного биологического многообразия страны и формирование в обществе ответственного отношения к животным. Е6 создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры. Все это тут Е с цифрами, это все добавлено. Ж. Осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией, федеральными законами, указами,
президента Российской Федерации. Второе. Порядок деятельности правительства определяется федеральным конституционным законом. Статья 115. Первое. На основании и во исполнение Конституции, федеральных законов, указов, добавлено распоряжение и поручений президента, правительства издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Второе. Постановления и распоряжения правительства обязаны к исполнению в Российской Федерации. Третье. Постановления и распоряжения правительства в случае их противоречия Конституции, федеральным законам, указам и распоряжениям президента могут быть отменены президентом Российской Федерации. Статья 116. Перед вновь избранным президентом правительство слагает свои полномочия. Статья 117. Первое. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом. Второе. Президент может принять решение об отставке правительства. Третье. Государственная Дума может выразить недоверие правительству. Постановление о недоверии принимается большинством голосов от общего числа депутатов. После выражения Государственной Думы недоверия президент вправе объявить об отставке правительства, либо не согласиться с решением Госдумы. В случае, если Госдума в течение 3 месяца повторно выразит недоверие правительству Российской Федерации, президент объявляет об отставке правительства, либо распускает Госдуму. И вот добавлено, и назначает новые выборы. Четвертое. Председатель правительства вправе поставить перед Госдумой вопрос о доверии правительству, который подлежит рассмотрению в течение 7 дней. Если Госдума отказывает в доверии правительству, президент в течение 7 дней вправе принять решение об отставке правительства или распуске Госдумы и назначении новых выборов. В случае, если правительство в течение 3 месяца повторно поставит перед Госдумой вопрос о доверии а Госдума в доверии правительству откажет, президент принимает решение об отставке правительства или о распуске Госдумы и назначении новых выборов. Это новое. 4.1. Председатель правительства, заместитель председателя, федеральный министр вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом. Тоже добавленный пункт. 5. В случае отставки или сложения полномочий правительства по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства. Добавлено. В случае освобождения от должности президентом или отставки председателя правительства, заместителя председателя правительства, федерального министра, президент вправе поручить этому лицу продолжить исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего назначения. 6. Государственная Дума не может выразить недоверие правительству Российской Федерации, а председатель правительства не может ставить перед Государственной Думой вопрос о доверии правительству в случаях, предусмотренных частями 3.5 статьи 109 Конституции, а также в течение года после назначения председателя правительства в соответствии с частью 4 статьи 111 Конституции РФ. Глава 7. Судебная власть и прокуратура. Статья 118. Первое. Правосудие в РФ осуществляется только судом. Второе. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Третье. Судебная система РФ устанавливается Конституцией и федеральным законом. Добавлено. Судебную систему составляют Конституционный суд, Верховный суд, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ. Создание чрезвычайных судов не допускается. Такого, как вот в 30-е годы, тройки невозможно теперь по Конституции. Статья 119. Судьями могут быть граждане РФ, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет. Добавлено, постоянно проживающие, ну и прочие запретительные меры для высших должностных лиц. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов РФ. Старое утверждение. Кстати, тут вот нет ничего о наличии судимости.
А надо было бы тоже прописать, что у должностных лиц высших и судей не должно быть судимости. Прямо в Конституции это написать. Статья 120. Судьи независимы и подчиняются только Конституции и федеральному закону. Второе. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом. Статья 121. Судьи несменяемы. Второе. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе, как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом. Статья 122. Первое. Судьи неприкосновенны. Второе. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе, как в порядке, определенном федеральным законом. Статья 123. Первое. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. Второе. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом. Третье. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Четвертое. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей. Статья 124. Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом. Статья 125. Первое. Добавлено. Конституционный суд является высшим судебным органом конституционного контроля в РФ, осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции на всей территории РФ. Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя Конституционного суда Российской Федерации и его заместителя. Ну, тут раньше в этом пункте было только насчет того, сколько судей входит в Конституционный суд, и все. А весь гарнир и вот количество судей, оно изменено. Теперь их 11. Второе. Конституционный суд по запросам президента Совета Федерации Госдумы 1/5 добавлено сенаторов Российской Федерации или депутатов Госдумы, правительства Российской Федерации, Верховного Суда, органов законодательной и исполнительной власти, субъектов, разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации. А. Добавлено федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных актов президента, Совета Федерации, Госдумы, правительства. Б. Конституции республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ. В. Договоров между органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ. Договоров между органами государственной власти субъектов РФ. Г. Не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. Третье. Конституционный суд разрешает споры о компетенции. А. Между федеральными органами государственной власти. Б. Между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. А. Между высшими государственными органами объектов субъектов Российской Федерации. Четвертое. Конституционный суд, добавлено, в порядке, установленном федеральным конституционным законом, проверяет а. по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан, конституционность законов и иных нормативных актов, указанных в пунктах А и Б, части 2 настоящей статьи, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Б. По вопросам судов, конституционность законов и иных нормативных актов, указанных в пунктах А и Б, части 2 настоящей статьи, подлежащих применению в конкретном деле. Пятое. Конституционный суд по запросам президента Совета Федерации, Госдумы, правительства, органов законодательной власти субъектов РФ дает толкование Конституции Российской Федерации. Добавленный пункт 5.1. Конституционный суд
А по запросу президента проверяет конституционность проектов законов РФ о поправке Конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также принятых в порядке, предусмотренном частями 2 и 3, 107 и частью 2, 108 Конституции РФ, законов до их подписания президентом РФ. Б. Порядок, установленным федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положения международных договоров РФ и их истолкований, противоречащим Конституции РФ, а также о возможности исполнения решений иностранного или международного межгосударственного суда, иностранного или международного третейского суда арбитража, налагающего обязанности на РФ в случае, если это решение противоречит основным основам публичного правопорядка Российской Федерации. В. По вопросу президента РФ в порядке, установленном федеральным конституционным законом, проверяет конституционность законов и субъектов, законов субъектов Российской Федерации до их обнародования высшим должностным лицом субъекта РФ, в скобках руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Это были добавленные пункты. Шестое. Акта или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу, не соответствующие Конституции РФ, международные договоры РФ не подлежат введению в действие и применению. Добавлено. Акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании данным Конституционным судом, не подлежат применению в ином истолковании. Седьмое. Конституционный суд по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения президента, либо, добавлено, президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Восьмое. Конституционный суд Российской Федерации осуществляет иные полномочия, установленные федеральным конституционным законом. Статья 126. Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, общей юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом, добавлено, и осуществляющим судебную власть посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Верховный суд РФ осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Вот это вот общей юрисдикции и арбитражных судов в Ельцинской конституции не было. Статья 127. Исключена поправкой Конституции Российской Федерации. Закон Российской Федерации о поправке Конституции, о Верховном суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации. То есть на этом месте должна была быть статья 127, ее сейчас нет. Ладно. Статья 128. Добавлено. Первое. Председатель Конституционного суда, заместители председателя и судьи Конституционного суда, председатель суда, заместители председателя Верховного суда и судьи Верховного суда назначаются Советом Федерации по представлению президента РФ. Второе. Председатели, заместители, председатели и судьи других федеральных судов назначаются президентом в порядке, установленном федеральным конституционным законом. Третье. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда, Верховного суда и иных федеральных судов устанавливаются Конституцией и федеральным конституционным законом. Порядок осуществления гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства регулируется также соответствующим процессуальным законодательством. Статья 129.
Первое добавлено. Прокуратура РФ. Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. Полномочия и функции прокуратуры РФ, ее организации и порядок деятельности определяется федеральным законом. Второе добавлено. Прокурорами могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, прокурором в порядке, установленном федеральным. Ну, в общем, эти запретительные меры для высших должностных лиц. Третье. Генеральный прокурор РФ, заместители генерального прокурора назначаются на должность после консультации с Советом Федерации и освобождаются от должности президента Российской Федерации. Четвертое. Прокуроры субъектов РФ, добавлено, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность после консультации с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом РФ. Пятое. Иные прокуроры могут назначаться на должность и освобождаться от должности президентом, если такой порядок назначения на должность и освобождения от должности установлен федеральным законом. Шестое. Если иное не предусмотрено федеральным законом, прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности генеральным прокурором РФ. Глава 8. Местное самоуправление. Статья 131. Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населения вопросов местного назначения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Второе. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления. Статья 131. Первое. Местное самоуправление осуществляется... Добавлено в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. Территории муниципальных образований определяются с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в РФ, установленными федеральным законом. 11. Тоже добавлено. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом. 2. Изменение границ территории, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий в порядке, установленном федеральным законом. 3. Особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров, столиц субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом. Статья 132. 1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, добавлено, а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи. То есть тут как бы медицинская помощь перекладывается на плечи муниципальных образований и самоуправления, если я не ошибаюсь. 2. Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта РФ, отдельными государственными полномочиями при условии передачи необходимых для осуществление таких полномочий, материальных и финансовых средств, реализация переданных полномочий подконтрольно государству. 3. Добавлено. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. Статья 133. Местное самоуправление Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших дополнительно в результате выполнения органами местного самоуправления
о взаимодействии с органами государственной власти, публичных функций, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией и федеральными законами. Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Статья 134. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции могут вносить президент, Совет Федерации, Госдума, правительство, законодательные и представительные органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. Статья 135. Первое. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции не могут быть пересмотрены Федеральным собранием. Второе. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции будет поддержано 3/5 голосами от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, то в соответствии с Федеральным конституционным законом созывается Конституционное собрание. Третье. Конституционное собрание либо подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции, который принимается Конституционным собранием 2/3 голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. Важный пункт. Значит, чтобы Конституцию изменить, нужно более половины всех, кто имеет избирательное право. Вот если менее половины явится на избирательные участки и примет участие в референдуме, тогда просто по самой Конституции изменения невозможно. Но из этой половины, пришедших на участки, половина должна все-таки проголосовать «за». В принципе, при таком раскладе, который сейчас у нас есть, неважно, как проголосует народ, главное, чтобы он пришел на избирательный участок. А на месте там они уже решат этот вопрос, как обычно. Поэтому самый простой способ не принять поправки к Конституции – это просто не прийти на референдум. Все, на поправки автоматически невозможно. Но тут возникает такая идея, как голосование по интернету. Статья 136. Поправки к главам Конституции 3 и 8 принимаются в порядке, предусмотренном для принятия Федерального конституционного закона и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ. Статья 137. Первое. Изменение к статье 65 Конституции, определяющую состав РФ, вносятся на основании Федерального конституционного закона о принятии в РФ и образовании в ее составе нового субъекта РФ об изменении конституционного правового статуса субъекта РФ. Второе. В случае изменения наименования республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, новое наименование субъекта подлежит включению в статью 65 Конституции РФ. Это был раздел 1, а дальше пошел раздел 2, он очень короткий. Заключительные и переходные положения. Первая. Конституция вступает в силу со дня официального ее опубликования по результатам всенародного голосования. День всенародного голосования 12 декабря 1993 считается днем принятия Конституции. Одновременно прекращается действие Конституции основного закона РФ России, принятой 12 апреля 1978 года с последующими изменениями и дополнениями. В случае несоответствия положениям Конституции РФ положений федерального закона, договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти суверенных республик в составе РФ, договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти
и органами государственной власти автономной области, автономных округов в составе РФ, а также других договоров между федеральными органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти субъектов РФ, действует положение Конституции РФ. Второе. Законы и другие правовые акты, действующие на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции РФ. Третье. Президент, избранный в соответствии с Конституцией, со дня вступления в силу настоящей Конституции, осуществляет установленные ею полномочия до истечения срока, на который он был избран. Четвертое. Совет министров правительства Российской Федерации со дня вступления в силу настоящей Конституции приобретает права, обязанности и ответственность правительства Российской Федерации, установленные Конституцией Российской Федерации, и впредь именуется правительство Российской Федерации. Пятое. Суды осуществляют правосудие в соответствии с их полномочиями, установленными настоящей Конституцией. После вступления в силу Конституции судьи всех судов РФ сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны. Вакантные должности замещаются в порядке, установленном Конституцией. Шестое. Впредь до введения в действие федерального закона, устанавливающего порядок рассмотрения дел судом с участием присяжных заседателей, сохраняется прежний порядок судебного рассмотрения соответствующих дел. До приведения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями настоящей Конституции сохраняется прежний порядок ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Седьмое. Совет Федерации первого созыва Государственная Дума первого созыва избираются сроком на 2 года. Восьмое. Совет Федерации на свое первое заседание собирается на 30-й день после собрания. Избрание. Первое заседание Совета Федерации открывает президент. 9-й депутат Госдумы первого созыва может одновременно являться членом правительства Российской Федерации. На депутатов Госдумы и членов правительства Российской Федерации не распространяется положение настоящей Конституции о неприкосновенности депутата, в частности, части ответственности за действия в скобках или бездействия, связанные с выполнением служебных обязанностей. Депутаты Совета Федерации первого созыва осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. Ну, это то, что осталось от Ельцинской Конституции. И это, в принципе, как можно было бы убрать, потому что это уже не актуально. Спасибо за внимание.